Сингапуре. Может быть, кто-то слышал об этом шоу, которое здесь бывает каждый вечер, в этом саду. Но это нечто. Это надо видеть, это так не расскажешь. Самые известные итальянские оперы, светомузыка и вот этот сад. Это великолепно. Мы совершенно случайно, ну, может быть, Андрюха и знал, но я точно не знала, что можно смотреть это шоу, можно на вот этих вот горячих, ну, сейчас они уже стали теплыми, на теплых вот этих вот камнях. Люди, которые не успели занять, а мы случайно заняли, просто сели, а потом я так устала, что я просто легла. И оказалось, это шоу как раз можно смотреть вот так на небо, не поднимая голову, а именно лежа. Люди вот здесь прям на земле лежали, потому что они хотели тоже смотреть, а голову вот так задрав тяжело, и поэтому они просто-напросто ложились на землю прям, вот на асфальт, и смотрели это шоу, а мы вот здесь лежали на этой клумбе, ну, вот на этих камнях. Великолепно, прекрасно. Всем привет из Сингапура.